Кино на ТВ Рус. Хотите работать в нормальном магазине? Хотите получать нормальную зарплату? Будьте добры соответствовать. 7 килограммов лишних и все, не соответствует. А вот Вениамин у нас рекордсмен. Ну взвешивают как свинину. Да пошли они со своими индексами. Да, нужно бороться, протестовать. Да ужас какой-то. Это унижает наше человеческое достоинство. Меня, кажется, увольняют. Ты никому не нужен. Ты всем мешаешь. А давай им назло умрем с голоду. Это чей ребенок? Значит так, на этого жирного вредителя оформляйте протокол. Проходим, дружнее, взвешиваемся. Это не смешно! Максим Виторган и Алексей Кортнев в фильме «Крупногабаритные». В воскресенье на ТВ Рус.